видите, разноцветные курточки бегающие. Это наши детки на прогулке. Мне отлично их видно с нашего окна. По-моему, даже с ними сегодня три воспитателя, значит, три группы вывели. Сегодня отличная погода. В общем, хорошо будет сегодня спать в саду Эрин. Так, ну а я собираюсь, тоже пойду гулять. Немножко проветрюсь. Эрин пока не видно. Эрин А, нет, вон она там сидит. Она сидит в розовой куртке, поэтому мне ее отлично видно. Мне, конечно, можно было пойти вот так прямо, но прячусь, обхожу, чтобы быть незамеченной по этой другой дорогой. Решила взять кофе, и давайте с вами посчитаем, сколько кофеин на вот этом вот маленьком отрезке улицы. Уже можно сказать раз-два, потому что вот один и вот два. Три. А здесь будет очень просто. 4, 5, 6, 7. Утро, поэтому нет еще вот этой вот выпечки всей с клубникой, сезон клубники. Поэтому все должно быть красивое с клубникой. И я хочу какую-то что-то слоеное. Есть такие с шоколадными чипсами, есть просто сосиска в своем тесте, есть круассаны, есть что-то типа наших трубочек. Даже не знаю. Нужно еще Эрин вкусняшку взять. Прикольно, в таких коробках продаются печенья молочные. Возьму Эрин вот этот вот хлеб, он с каштанами, но он реально вкусный, не пугайтесь. Так, ну что, я сбилась. Вот еще одна кофейня, по-моему, это номер 8. И сразу же после нее еще одна, это значит 9. То есть 9 кофеин на вот такую вот манюсенькую улочку. А, нет, 10. Вот здесь тоже можно выпить кофе. И сегодня здесь приехал рыночек, на который я часто хожу, но сначала кофе. Иду искать место на солнышке. Вот это я устала. Фу, пока забралась на вершину этой горы. Ну ладно, посидим здесь. Что я узнала? Вы мне сказали, что вам не хватает живого общения со мной. Я открыта на диалог. Пишите, на какие темы вы бы хотели пообщаться, что бы вы хотели от меня услышать. Я-то думала, что мои болталки просто никому не интересны, и вы их проматываете. Оказалось, что нет. Беру, как обычно, кукурузу. Я же говорю, что вся вот эта вот клубника продается в таких кейсах пластмассовых. Я, конечно, надеюсь, что их как-то использую второй раз, но вряд ли. Так резко погода изменилась, такой ветер поднялся. Эрин шапку взяла. И хорошо, что сегодня нам дали, как это называется, задание, что ли. В общем, пособие, которое раз в месяц, потому что я ничего не успела приготовить для Эрин. Будем играть тем, что дали. Ты уже нашла кукурузу? Тебе такую прическу красивую сделали. Так, ну и что в этом месяце у нас есть? Пластмассового, ненужного, пока не вижу. Мама! Да, извини, Эрин, что ты хотела? Да, еще какой-то мальчик подстригся. В общем, пока ненужного пластика не вижу, точно знаю, что это дерево. Ты меня научишь, как играть? Да. Покажи мне. Вы же в саду играли? Нет. Внутрь, да, туда? И что дальше? А как доставать? А, вот оно что. Лихает.
Ясно, круто. Тебе нравится? Мне точно нравится. Баба, и внуку, баба. Да. А тогда я ночью могу. А, только одно можно? Хорошо. Угу. Ирин, покажи, как ты ешь брокколи. Эрин ест только ножки. Эрин с Ансиним, и чему вы нас сегодня научите такому интересному? Новому корейскому слову? Это на корейском будет здравствуйте. Аннахасея. Я в этот раз открыла для себя. Я видела, что там стоит эта серия в библиотеке Эрик Карл. Я думаю, все знают его «Голодную гусеницу». Но я как-то так относилась к этим книгам. Но я знала, что они известные, популярные. У них даже вот есть какие-то там награды за эти иллюстрации. Но они очень своеобразные. Мама, у них для взрослого человека немного странные иллюстрации. Но дети их обожают. И здесь такие интересные истории, что это на русском. Но это Гуры и Мишка. Гуры. Да, мама сразу туда не показала тебе Мишку. Конечно же, смотри, доченька, Бур и Мишка. В общем, история того, что все кого-то видят, и ты спрашиваешь, Мишка, кого ты видишь? Он, оказывается, видит красную птицу. В общем, цвета учатся животные. И я думаю, Бур и Мишка — это коричневый медведь, Ирин. Что ты хочешь у меня спросить? В общем, я думаю, что мы их все перечитаем. И что для меня самое привлекательное, это то, что они все есть в свободном доступе на русском языке. Давай вот эту еще покажем, эти иллюстрации. Здесь вообще вот часы, и кого встречает Божья коровка, разных животных. Сейчас мама покажет и почитает. В общем, своеобразный текст, своеобразные иллюстрации. Я не могу.